Я вообще в Китае третий раз, но в Джинчжоу первый раз. Джинчжоу очень большой, красивый, удобный город для проживания. С нашим регионом, непосредственно с Карагандинской области, у нас есть совместный проект с корпорацией «Ютон», завод по производству автобусов, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество экономические, торговые, и в том числе и по развитию туризма. Любое сотрудничество, оно приносит пользу, тем более мы добрые соседи Китая и Казахстана, экономическое, торговое и в том числе и туристическое направление дает толчок для более близких отношений, доброжелательных отношений, дружеских отношений, тем более двух братских народов, которые являются соседями. Но Чжэньчжоу немного далеко от нас, но я так думаю, что он является крупным транспортным хабом, имеет хороший аэропорт, железнодорожные развязки. Я думаю, время и расстояние сократятся, когда мы наладим еще более тесные дружеские связи. Тем, что он высокотехнологичный, развитый город, город с богатой историей, именно колыбель китайской цивилизации, это очень интересно и для нас, и для всех туристов в мире, я думаю. И это действительно надо развивать. И мы больше узнаем о Чжэньчжоу. Благодаря этой поездке мы многое узнали и будем говорить об этом у нас в стране. Тем более сейчас безвизовый режим скоро вступит в силу. Я думаю, наши туристы из Казахстана много приедут в столицу этой провинции. И в том числе и наши китайские партнеры могут беспрепятственно приезжать к нам, что даст новые горизонты для сотрудничества. I love Hainan, I love Чжэньчжоу.